Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. И всем еще раз привет. Точнее, это первый раз я сегодня говорю привет. Со мной в сокасте на эту игру будет Глеб Пегас. Всего лишь один сокастер в этой игре. Насколько вы поняли, это игра команды I2P против команды ATA. По процентикам 40 на 27. И такой врасплох меня застал Равинор в пике и забаненный Виндикатор. Вообще прям... Команда I2P – Deadlift, Magmus и Riptide. Команда ATA – Sweetblade, Deadwood и Ravenor. В блиндбанах у нас Слон и White Soul от команды I2P и Midas и Силуэтка от команды ATA. А Луна, Ревенант, Рапсодии от команды I2P, Виндикатор, Арахна. И третий бан еще остается. Кого еще ему забыть? Я пролистал, почлок, я не нашел. Может, на сайте, конечно, было, но... Скраб. Реально, добавили, все добавили. Скраб? Прикинь, с Дэдлифтом. Я возвращаюсь к компетитив. Вот он недоступен. Как-то слишком жестко. Вот насчет Равчика и насчет Виндикатора, так-то сейчас побольше банов придется тратить. Ну, Равчик, скорее всего, будет лесной. Дедвуд на харде, Свитблэд в миде или на изи. Ну, фармил. Ну, как стандартно бывает от команды АТА. Четвертый пик для команды АТП — это Торт. Вуду Джестер. Но это не контримый мид, Вуду Джестер со Свитблейдом. Да. Ну я каждую игру практически это вижу. Вчера поиграли, мне понравилось. Все равно Вуду Джестер все приятно. Да, там курса, баночки вот сделали, что теперь они дэмэдж по героям наносят. Да, то есть особенно вот там вчера против Вайлд Соло конкретно там было. То есть даже Линка его не спасала, просто медведя летела банка, и он довольно-таки долго остался в логике. Не, просто с тем, что на банках теперь есть дэмэдж. Да, по 50 дэмэджа по героям. То есть с тем, что есть дэмэдж, то есть есть теперь смысл действительно максить первый спелл в начале, вот на третьем левеле особенно. То есть, ну, по курсе не всегда, то есть курсу повесил, да, но по ней еще надо задамажить. Доктор Репульсор, ну вот теперь... Контра вот эта вот введена в компетитив в плане того, что появился Виндикатор богоподобный. Ну, я за него поиграл в ТММ, и за него неинтересно играть в ТММ, потому что ты всегда выигрываешь. Но он просто очень сильным стал на самом деле. И добавили Равинора. Ну, не знаю, он как-то не так часто его стали пикать, как раньше. Ну, небольшой нерв был еще в плане его, что он поменьше теперь... Но дамажит с третьего спала. Это совсем другой герой. Ну, нет, он не совсем другой так, герой. У него механика игры значительно изменилась. Все, что там не... сделали... Но это теперь не настакивание заряда в лесу, да. И выход да. в драку. Теперь тебе обязательно итем нужен молнии для разгона фарма. Ну вот, я не знаю, это, возможно, может баг какой-то, что герои эти есть. Но... Нет. Я думаю, что... Получается, еще кого-то там должны были добавить. Кто там? Виндика... Форсакен Арчер. Форсакен Арчер. Их убирали, да? Угу. Ну... Нитро еще точно, наверное, не добавили. Нитро не, навряд ли. Еще новый герой не вышел, потому что...
Ну, теперь пульчик-то подрасширится, так сказать, на еще пару персонажей. Ну, вот Виндикатор точно. Винди, я не знаю, как Форсакен Арчер, но Равчик-то точно будут брать. Че? У тебя язык не поворачивается, такое сказание. Да я просто прочитал. И как-то не захотелось произносить это вслух. Как по лайнам у нас? Лайнап команды I2P и команды ATA. О, ну что, я могу наконец-то писать. А что, не мог? Ну вот в последнюю неделю нет. У тебя бан был? Нет, вот именно. У меня не было бана, но было такой бан, что я вот сижу в сакасте и не могу писать ни в чат, ни в наш чат командный. В смысле, ты писал, знаешь, почему ты не видел это? Потому что ты должен был нажать на Z и нажать на все. У нас у меня стоял P. Да, скорее всего. Не, так я спрашивал, Влад, там, вы видите, что я пишу? Он говорит, нет. Нет, это точно не со мной. Это без этого можно жить. Ну да, ты же все равно сакастер. А кастер из сакастера обычно ничего не пишет. Ну, да. Керри Равинор, Сидблэйд Медовой. Стоп, так это 2-2-1 стандартный, это та? Да, да. Не знаю, это саппорт дедлифт? Я кончил. Все. Все готовы. Риптайд. Скорее всего, соломид или не соломид? Риптайд? Да, соломид, дабл изи репульсор стартом. И Соло Харт отправляется Магнус, скорее всего, так. А Никита, он лес, что ли? Ну, я не знаю, по идее, дедлифт можно для снова делать. Ну, можно, нет, но он еще не купил, будь здоров. Спасибо. Манапчик в исполнении команды АТА. Сбегают они в свои леса в 5 человек. И ничего там не находят. Равинор, кстати, на линии был, лесной, да. Ну, я и говорю, Керри Равинор, в плане того, что... Ну, а как вы еще лайны поставить, если лесной Равинор? Это противный Керри, против которого ты стоишь, за счет его стана, за счет того, что он двойной. Станлок, да, вот этот вот, в плане того, что он... Двойной стан очень как бы... Бэтмен не снимается БКБшкой, притопаешься к тебе все равно можно, хоть станы не проходят. Это добавляет такой эффект имбовости, но... С этим научились как-то бороться в ТММе. Надеюсь, и в компетитив научится. У Магнуса могут быть проблемы с этим. Ну, у Магнуса так точно. И так как бы слабый хардлайнер сам по себе. То есть, ну, а тут как бы тебе и падка противный саппорт, и еще и керри противный. Угу. То есть, ну, кстати, Зирту к себе изменяю. Прям хакер без топориком хардлайн. Ну, ботиночки, красная банка запулена и деревья. Кстати, как думаешь, Вуда со свифтом смогут рептайдерс? Ну, я думаю, да. А почему бы нет? Тем более с ревардом. Да, стан. Вуда, у которого с руки 50 дэмэджа стандартных, вот он. Получит. Ну, надо бы ревардик поставить. Надо хочет просто первую пачку его поставить. Паска уже начинает разминать Магнуса. Да, Линку. И как Магнус противник. Ну тут вот смотри, 8 деревьев. Ну. Тут такой эффект, если на третьем уровне в него въедут, то он никуда не уходит. С ботинками, если будет Равинор. Там и банька сбивается. Получается, станом он откапывается, к тебе Равинор подходит опять. Ну, тот с тем же успехом гоняет, да? В принципе, Белмар такой один на один имбовый спел. Кстати, видишь под тортом следы? Это тоже эффект коллекции? Да, это эффект коллекции сделали. Там у Армс коллекция вот это... Там. Ой, да, тут будет больно. Ну, включай. Эмпелмент, правда, без ботинков, но да, очень, ну, очень, раз, ну, очень много дэмэджа.
Ну, на красную банку сходу. Зодиак, коллекция. Она вот только что линия так. Семь смертных грехов или там семь королей, что-то типа того. Полетели ручки, попадают Свитблейда, сразу крутилка. Ну, в принципе, зря. Дедлифт выходит на рунку, но Дедвуд успевает забрать руну регена, но и сразу же Дедлифт ему ее сбивает. Равинор. Тем временем посмотрим, что у нас по Равинору. 330 ГП. Достаточно неплохо стоит. Добивает всех практически крипов. И у Магмус, видим, подфармливает. У него 127 ГП. Сколько он крипов тут забрал? Троих. Это лучше, чем ничего. Допустим, как у того же, да, Дедвуда. Ну да, и третий левел, как бы уже даже, если прогонят с линии, то стан уже не настолько короткий, можно и подойти будет там куда-то на мид, на бот, на Дедвуда положить. Вот я не понимаю, это как от линии так покушаться внизу. Там или пусть бочку поставил. Возможно, да. Ну там, потому в принципе... Потому что Дедвуд вообще не контактировал с ними. Нет, там никак. Торт гонял, в принципе, может он... Не, он не то, он не агрил крипов. Он обходил специально там окольными путями, но крипов он не агрил. Я вот что-то пропустил момент, на котором линию отпустили, потому что ну, это немаловажный момент. Дедвуд, второй, третий еще... уровень. Да, то есть второй он хотя бы возьмет, уже может с корнями пойти на мид, и вот втроем они смело убьют Риптайда. То есть банка, корни, проклятие, раскрутка, там сколько успеет, это смерть. А вот был бы он первым, он бы не смог даже никуда пойти помочь толком. Сейчас ему дадут все эти лавы. Да он так-то второго, третьего уровня из торта может забрать. Подцепить его там под крепочками с корнями, затыкать. Ну это да, но он сейчас возьмет второй, я туда-сюда уже и третий левел скоро. Не скоро, это вообще нет никакой экспы. Просто с третьим левелом там и под импейлментом можно и не рассчитать, кто кого быстрее убьет. Импелмент дамажит очень много. Ну, 5 минут вверх с пламя подфармливает. Ну, все равно 270 он делает. Ну, а то Равинора будет по-любому пушить слайн, потому что он прокачал третий спелл, а каждый второй удар — это дополнительный дэмэдж по крипам. Да. Плюс еще двойная пачка крипов после отвода. Эмпасочка подцепила Магмуса, но Равинор не успевает добежать. И, кстати, как по мне, ой, попадает Бэтменом, сразу ставится контрвард, но теперь, после реворка Равинора, ошибку делает Блюшка и качает усиленно второй спелл, который теперь, в принципе, качать-то и не стоит. Ну да, они теперь так спид же не дают. Теперь даже заряженный удар тяжело так быстро дать. И ФБ на миде. Ну как я говорил, да. Исполнитель Блейда, Вуду Джестера и Дедвуда, да. Ему дали какую-то экспу на боте, на ментальную игру. Ну сейчас Свитблейд, так за счет этого ФБ должен получить спейс. Небольшой. Спайс. Да, и буду уже все ставить. Под этим временем появляется на докторе репульсере. Равинор. Мисс Дельта планом по Магнусу, но Магнус уже на ботинках. И особо-то, не, мне кажется, ничего ему не сделают. Свифт крутится на миде. Но полетели ручки, сейчас на контринициации, попробуют забрать свифта. Тут Дедвуд очередной раз выходит в мид, дает корни, попадает Риптайда, и это очередная смерть по Риптайду. Выходит Дедлифт, который может сейчас просадиться. Ну, тут еще торт, в принципе, подходил. Ну, это 0-2. Как Дедлифт метит, команда-то. Ну, что-то только вообще, мне кажется, да. Это вот этот его Зутар, без топорика. Сказался. Ну, я не знаю, я ни раз Дедлифтом не играл и не стоял, тем не, более он медленно в лесу. В начале, ну, действительно медленно, но
но не настолько, чтобы на пятой минуте быть третьим левелом. Ну, вот почти четвертый. Ну, да, но... При том, что он максит крипов. Базилка. Мне кажется, Никитон редко пилил Дедлифта. Тем временем, смотри, Дедвуд-то уходит, агрессирует Виздель дельтапланом очередной раз. Не, ну, и... Дедвуд выживет, но... Близко вот сейчас, будет. Если попал дельтапланом, возможно, получилось забрать Магмуса, но нет. Да там бы еще один удар, и Дедвуд был. Да. Ну, так пока, можно сказать, ну, не, там, не то, что на ошибках врагов, но Магмус с этим пользуется и хорошо себя чувствует. Ну, Дедвуд так-то реализует себя, два раза в мид вышел. Побежал там на топ, создал проблем Магмусу. Видишь? Ну чуть ли себе тоже не создал проблем. Да? Пропушили лайн, сразу получите Дедвуда третьего уровня, который бегает по всей карте, роумит. Тем временем, Дедлифт выходит на рунку, который успел забрать Дедвуд. А Рептайд тут остается руна иллюзий. Равинор. ПТ себе приобрел, если у него уже... Базилка. Ну вот, и теперь Равинор-то стал стаки полегче набирать. В плане тимфайт он таким же остался, в принципе, имбовым. Он с первого удара 25 сразу. Вот ты, даже если сплэшком задел, тебе сразу 25 зарядов. Как же тут изничтожили просто иллюзию Рептайда. Хорошо, развел, дал себе. Это время безопасного фарма. Потому что он просел две смерти, он сильно просел. Ну, у него 175 ГПМ наравне, они идут с листичком, с дедлифтом. О, дедлифт 175 совсем печально. Он либо постоянно пытается помочь. Включи базилку Равинора, и, возможно, сейчас ребята будут пушить. Ты один. Если он, честно говоря, попытается этот даблстак еще в лесу зафармить, это ошибка будет, а дедлифт, оно не зафармит. Он пытается. Да, я думаю, Никита, видимо, не понимает. Не, он не часто играет на Дэдлифте. В лесном. Корни. Кстати, подлетает Рептайд под спиле Равинора и врезается Рептайд в Равинора, и нету контринициации, потому что на Равиноре висит Сайленс, но сейчас, вот сейчас, закинуть, как же ты промахнулся Бэтменом, и возможно сейчас Рептайд заберет этого Равинора. Подходит еще Торт, фейкает стан, попадает под Эдвуду. Подсыпет еще. Ой, видел же. Подходит, будут джестер 6 уровня. Сейчас будут смерти. Будут смерти от команды I2P. Сразу же умирает Торт, но он напоследок успевает откинуть станчик. Рептайд. Есть первый спел, но нет, этих двух саппортов уже не забрать. Ну и 2 в 2 или 1 в 2? 1 в 2? 1 в 2, больше никто не умирает. Сидблейд. Забирают дедлифта, залетел репульсор и, скорее всего, сейчас будет погибать, да, Светблейд. Корни. А Дедвуда мисс! Две тычки мисс! А если вот это был еще один мисс, то я зашел бы себе. Еще промах! Сколько же промах у репульсера. Приобрел он себе, кстати, грейвлоки. Ну что же, он сразу будет выходить, видимо, без иконы. Дедвуд сейчас, если попадет корнями... Ну, в принципе, нет, не заберет. Он 500 хп репульсор. Не, ему 6. И опять смещается Торт под грибами. Подходит он к Равинору. И сейчас, скорее всего, Равинор-то будет умирать, потому что Магмус получил 6 уровень, дает подкоп. Сразу рассказ от Магмуса подалеку. Находится МПАСК, дает стенку. Попал Дэв Бэтменом. Но... Нет, он тут по-любому бы никак не уходил. И забирают Дедвуда. На репульсере 2200. Возможно, это какой-нибудь лайнбренд? Да? Или нет? Да или нет? Ну, нет, все же икона. Лайнбренд это как-то... Все же икона. Либо икона. Ну икона все-таки она и безопасности от Дедвуда больше дает. Притопашился что... Равчик, но сразу же отходит Магмус. Икона все-таки дает ХП, но она не добавляет стренджи, то есть у Дедвуда удар все равно дамажит одинаково, что-то с иконой, что-то без иконы. Угу.
То есть и шансов выжить как бы в разы больше. Ну да, когда у тебя лишних 500 хп, ты чувствуешь себя таким боевиком. А Riptide находит руну Инвиза. Попадает корнями по Магнусу и походу. Ну, теперь-то Равинор не промахнулся Бэтменом. И забирают Магнуса. Кстати, первый раз умирает Хардлайнер. Тайт вроде 2 килла сделал. Ой, не пошибко подошел. Подошел Riptide, умирает он на контрварде еще. Да. Притепешился Магнус обратно, тут еще торт. 25 секунд у Магнуса до ультимейта. Сидлейд подфармливает стаки в лесу. Влетают в Равинор в Магнуса. Но сейчас на развороте будет дабл стан или хотя бы соло стан. И Равинор будет. Ну, как же это плохо. И у Мурена уже стрик. Нет, это Riptide на ульте. Будут забирать им паску. Ну хоть Дедвуда отпустили. Это ладно. Еще забрали Тауэр, репульсор вместе с Дедлифтом. И так-то они подпушивают уже Т2. Ну, все тачки есть такой прям там. У Равинора, конечно, с его тремя смертями. Бутончик упал. Ну, 300, да. ГП мы всего лишь. Но Светблэд 4 сотки. С металлмейки дела получше, плюс у них еще и весны. IDP. До поры до времени. Что-то мне подсказывает. You won't get me treasure! Сидблейд попытался забрать Дедлифта, но Дедлифт тоже не дурак, нажимает ТП и просто уходит победителем из этой ситуации. Будут забирать сейчас скорее пытаться Равинора. Какой контрвард ставится, порт. Будут жестеры, спалили сразу же Riptide. Понимают, что здесь находится Riptide. Вчетвером уже тут команда. А там? Но и в четвером команда ITP. Ульта есть на Riptide. Подошел Дедлифт. Еще есть опция у репульсера прилететь в тимфайт. Да, как раз у него появилась икона. 450 ГП. Подцепили эмпаску. Сразу же... Нет, не сразу. Все-таки влетает туда Магнус. ТП дает репульсера наверх. Сразу же ТП делает Сидблейд. Забрали. Кого забрали? Забрали Магнуса. Тут давался в Riptide, да как хорошо. Дедвуд умирает еще и Riptide, это уже минус 2. Репульсер пришел. Сколько же дэмэджа успел выдать будут жестер до своей смерти. И не будут, скорее всего, отпускать репульсора. Но репульсор получил 6 зарядов на иконе. Стан от торта подцепили. У свифта есть же крутилка. Трипл килл для торта, 8 зарядов на иконе для репульсора. Ну, я в какой-то момент уже подумал, что все, тимфайт сейчас за командой АТА, там столько дэмэджа влил Вуду Джестер. Да, Вуду простоял, по-моему, практически всю ульту там под самый конец. Плюс успели быстро забрать Riptide, практически не успел внести дэмэджа в тимфайте. Но репульсор с иконой оправдал себя. И будет выходить, скорее всего, в Нульстоун. Приобрел себе сустейнер. И будет забирать еще вражеские стаки. Которые были предназначены или для Свитблейда, или для Равинора, даже для Рекавера. Но... Ну, вот это уже нагло, куда он сейчас идет, забирать этот стак. Но сейчас на варде его спалит эмпаска, и, скорее всего, он погибнет. Репульсор, привет! Куда?
Бэтмен залетает, ну и вот, минус 4 заряда. Минус... Он подарил эти сразу 500 голды достается для Равинора, и ГПМ-то у него не так-то плохо сразу, 350. ДПК у него, в принципе, остается не очень много. Силбэт разультился по Рептайду, Рептайд откидывается ультимейтом на развороте, еще... А, это иллюзия торта. Как думаешь, что будет на Равиноре? Молния или ПК? Или Firebrand? Даже не знаю. Я честно, я на новом Равиноре не работаю. И поэтому мне тяжело это. Полетела. Баночка по Магмусу. Подцепили сразу из контрвард. Стенка, но не вовремя. Магмус. ПК. Но тут... Равчик. Как Торый? Почему? Где Бэтмен, алло? Ну, неплохо, ну, да. Один раз ударил, уже чарджи получил. Да, и догнал. За счет пущенного МСа. Подходит Рептайд. Алло, вы же видите Рептайда и видите Репульсера, и надо бы чухнуть отсюда. Полетел Репульсор, подцепил воду Джестера. И надо помочь самому саппорту, но нельзя так отдавать просто саппортиков. Отдавать заряд на икону. Ребята, вы же могли пофайтить. Ну, без Чилиса Равинор такой си, да? Маны практически, да, никогда нету. ПК, да. Ну, забирать сразу, влетает, забирать. Ну, то есть у них, по идее, Свифт будет мейн керри, а Равинор более такой... Как Пэббл с Дайфером, по-моему, должен сейчас вести. Он сейчас должен активничать по карте. Они ДПшатся на том, просто дальше карте. Ну, семерик уже экспы за командой I2P. Грибы приобрел себе Равинор, выложил ПК. А чё ж грибы не выложил? Не запотел, не успел? Нет, Райхард. Ну, вот тут вот стоит подлый вард от Мурена, который сейчас спалит всю движуху. Очередной инвиз на Рептайде, но сразу же контрвард. Но он не заходил еще в вторую игру. Да. Ой, ой, нет, Федя, нет, тебе туда не надо, Федя. Теперь точно ты знаешь, а тебе этого не надо. Силбэйт будет пытаться занять тауэр на миде, и это у него получается. Плюс, скорее всего, будет умирать дедлифт, но хотя есть у него мека. Придется отрать. И убегает сразу Силбэйт. Айсбренд первым этапом. На свинте. После энергайзера. А, Репульсер тем... Так-то... Практически уже с нульстоуном. 900 голды остается. Магмус с ПК. Неплохо. Как-то поджались. А, Равинор. Попадает Бэтменом, влетает Магмус во всю эту движуху, но миссанул старым. Как же так? Банки. Под курсой просто уничтожил Вуду Джестер. Ох уж этот Виктор. Уничтожил просто и Рептайда, и Магмуса. Магмус, кстати, промазал станом, и поэтому Равинор продолжал раздамаживать. Продолжал. Не, мне нравится, когда заходим в другую. Станы такие хорошие, как бы все скиллы полезные. Особенно если ты саппорт берет того лапы, там появляется еще моджи. Ситуативный спел, который может там подхилить всю команду, и хуже не упора. Чилисик появляется на Равиноре. Ну и так-то 2400 персонажа больше, чем 1500. Ну, Репульсерс такое. Ну что это такое? Это с линкой. Это влетает в тебя Равинор, фоловится Дедвуд, и до свидания, твой Репульсор тебе никакая икона и линка не поможет. Там такой плотности. Ну, нету. Если подловят, то да. Но могут же не всловить. Могут. Но там эффект вот эффект, этих вот баночек, вот у Джестера. Ну да. Эффект дельтаплана залетает, Репульсор пытается в Соляного просто этого Дедвуда уничтожить, и посмотри, какой дэмэдж влетает в Репульсера. Он по-любому тут будет умирать. 500 с курсы. Да, курса еще не прощает.
просто курса противный спел, ну, у тебя просто его повесили, еще даже драка не связана, но ты уже боишься драться, ты понимаешь, что весь дэмэдж в тебя, в который войдет. Нет, ну под БКБ это не так-то и страшно, но когда у тебя его нет, у тебя нету даже вестментов, ну это колоссальный дэмэдж. И будут дефать это 2. Залетели ручки в Равинора, и ребятам уже надо отходить. Равинор с эмпасочкой. Но он почему-то боится пока что. Ну, в принципе, Сидблэйд с ТП-шкой, который должен бы уже уходить, потому что команда-то I2P отошла как бы. А, в принципе, их на варде видно. Полетел Рептайд в ульте. Ну и смотри, практически свели к нулю свою отставание по голде по XP. Ну, по XP 3000 это, можно сказать, один уровень, вот, допустим, того же Репульсора. А по голде 1500. Ну, это уже вообще до 21-й это минуты, это не особо. Мало. Это не то, что не особо, это, можно сказать, ничья. Не, я хочу сказать, что мало как-то для этого. Ну, так-то извини, да. Извини, Никитон. Фростберн появляется на свифте. Обычно, знаешь, Дедрив напрягает всю карту, а этого как-то и незаметно. И решил Ревенор сразу выходить в БКБ. Долетел Фростберн до Свитблейда. На варде подфармливал Дедвуд. Ой, а полетел за эмпасочкой, поцепил практически на всю ману. Залетает баночка, которая не выйдется, походу. Ну там только, по-моему, в момент в самый, или если ты улетишь слишком далеко. Вот соло-фраги такие решают, в плане того, что Репульсор убивает... Соло, два фрага. Да. Два фрага. Забрал эмпаску, забрал Дедвуда, у которого, кстати, был Портал Кей на подходе. Да, вот в чем. Забрали того рок, ну и, в принципе... Наверстали, упущенные. При том, что Торт-то, посмотри, у него ГПМа больше, чем у мидера, ну, больше, чем там у сайдлайнера. Потом... Ну да, Торт 4-й позиции так-то очень много итемов имеет. ТП-шится. Скорее всего, это бессмертный Сидблейд. Да, успел закрутиться. Влетает Равчик, но зеленка против не помогает. Не успевает Эдвуд сбить ультимейт. Магнусу залетает, умирает Равинор. Но почему же ты никого не идешь убивать? И это просто в одну калитку. Трипл килл уже для Репульсора на хосте. Рептайд. Ну, возможно, если бы Магнусу сбили ультимейт, но не так бы много было дэмэджа. Равчик влетает в Репульсора. Много дэмэджа, но и много дэмэджа входит в тебя, потому что ты ведь на контроле находишься. И еще пару ударов умирает Равинор после байбека. Ну, и что-то попахивает. 1-0 в пользу команды I2P. Мне кажется, стороны еще стоят, закидывают. Да, да, да. Вот, зная по опыту, вот такой вот Репульсор... Не прощает, да. Да, сведет с ума, вот он как и Силка, сведет с ума вот этими соло-фрагами, где-то на вардах, саппорт, да. Ты просто не можешь выйти соло на линию. Да, в принципе, и с поддержкой-то, он тебя с бёрст дэмэджа, в принципе, убивает. Да. Залетает очередной раз на Дедвуда в ту же точку. Ребята, серьезно? Там уже три раза... Ну, два, по крайней мере, второй умер Дедвуд. Да? Там умерла эмпаска, ну, наверняка же там стоит вард. И опять посмотри, у Дедвуда опять не хватает на ПК. Я бы реснулся, подал. Ну, честно, это было просто... Это было бы логично. Потому что если бы убили еще раз после реса, я бы убил. Репульсор практически уже дофармил себе Гримор. Ты представляешь, сколько он с пролета будет наносить? Ну, а последним будет, следующим будет Харкон. Что будет? БКБ? Харкон. А, Харкон. Ну да. Ну, может, конечно, БКБ возьмет более. Ой, не попадает. О, попадает. Кто? Попадает Силен Дум контрвардом и убегает. И? Он два поставил. Ну так он попал. Вторым попал. Просто, наверное, испугался того, что есть рядом.
Нет рядом союзников, а есть враги. Ну вот как по мне просчитался торт с зеленкой против Равчика. Она не действует. Ну против свифта. Ну против свифта, в принципе, да. Если он не будет против тебя Дэдвуда, крутить. Против свифта, против... Ну как тебе сказать, против Дедвуда ты можешь не успеть. Ну хотя да, у него Юл, у него ветра. Точнее, Юла это он есть ветра. Твой талисман, толкалка. Тут столько секьюра, столько дефа. Как себя, так и союзников. Заходит Сидблейд, ну сейчас может за это поплатиться. Один стан от, допустим, того же Магбуса или залет от репульсера, подцепили эмпаску. Может залететь репульсер, он так и делает, с пару ударов практически забирает эмпаску, но эмпаску успела засейвиться. Села в Дедвуда. Ну вот, если бы сейчас на реакции сыграл Равинор, подстанил бы репульсера, мне кажется, они бы разбились Дедвуда, бы просто об него. Нашли Дедвуда, да, залетает репульсер, не будет байбек у Дедвуда, заходит рептайт в ультимейте, подцепил двоих, залетает репульсер, подцепили Равчика, начинается тимфайт, Вуду раздамаживает, но этого недостаточно, умирает Равинор, умирает Вуду Джестер, гонится за Сюдблейдом, ручки от Дедлифта, остается он один, всего лишь в живых, и это минус 5. Ну, там барьер, там меха, там Дедлифт, так что, по-моему, захилился. Как там говорится, полное вытирание... Что-то из пяти мужчин. Вот в таком ключе. А, полное вытирание команды из пяти мужчин. Ну вот Дед вот как-то вообще вылетел из игры. Он хорошо начал. Он хорошо начал, но плохо закончил. Начал из-за здравия, закончил из-за похода. Репульсер полетел в Дедвуда, просто с пролета собирает его. Ну, мне кажется, уже пора. Ну, уже падает вторая сторона, вы не можете ее отбить, да. Падает вторая сторона, ребята стоят под фонтаном, но это два саппорта. Ну, даже с Равинором, мне кажется, они ничего абсолютно не смогут сделать. У Равинора не меняются итмы уже на протяжении минут 50. Равинор залетел, но консит уже ребята нажали. И это 1-0 в пользу команды I2P. Вот ну вопрос, и не теряют они сейчас, шансы сейчас, за выход в плей-офф. Сейчас Мега увидела, что доступен Равинор и Виндикатор. Как значит, мы выйдем Виндикатором в игре в следующем? Я думаю, да. Я думал, в следующем... Но тут слишком много банов. White Soul, Виндикатор, Равинор, Forsaken Archer. Ну, Forsaken Archer... Ну, она я еще сказал, себя покажет. Она еще себя покажет. Нет, она очень сильная. Ну ладно. А что, я изменю? После небольшой паузы вернемся к вам. А что я изменю? Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонг-Арена.ру.